И корабли, и даже роботы. Ничего себе. Как вы так быстро их оживили? По готовым чертежам это сделать не так уж трудно. Гораздо сложнее все это придумать. За каждым изобретением стоит огромное количество людей. Самое интересное впереди – производство. Пристегнись, мы отправляемся. Ты же учишься на экономическом? Представь, что экономика страны – это живой организм. Промышленность будет сердцем этого организма, основой ее развития. Она снабжает тело энергией, помогает двигаться вперед. Вот мы изготовили не только рельсы, но и поезда. Это быстрый и удобный способ перемещения людей и грузов по стране. Для городов мы создаем транспорт. Автобусы, троллейбусы, многое другое. А теперь еще и электробусы. Самый современный и экологичный общественный транспорт. Электробусы я знаю. Сам на них езжу. Ну, а дальше личный транспорт. У нас есть много разных легковых автомобилей. Тебе наверняка известен самый популярный из них – «Лада». А это «Аурус». Очень комфортная, безопасная и самая представительная машина этой категории. Вершина достижения нашего автопрома. Хотел бы я на таком прокатиться. Достижение промышленности – это не только передвижение человека, но и другие важные сферы нашей жизни. К примеру, сельскохозяйственное машиностроение. Оно насчитывает более 150 моделей и модификаций агромашин. Это и посев зерновых, и сбор урожая, и последующая доставка продовольствия по всему миру. Человек, конечно, венец эволюции, но не все ему под силу. Поэтому он создает тяжелую технику, способную решать самые сложные задачи. И одни из лучших образцов такой техники производятся у нас. Это бульдозеры самосвала? Совершенно верно. Они помогают добывать необходимые ресурсы. Например, песок или металлы. А теперь перейдем к освоению водных просторов. Это верфь, на которой готовятся к спуску на воду различные суда. Это очень сложное производство, требующее особой точности. По воде ходят самые разные суда. Пароходы, танкеры, сухогрузы и многое другое. Познакомьтесь с новым роскошным круизным лайнером. Теплоход «Мустай Карим» по праву относится к категории «люкс» и представляет собой комфортабельную пятизвездочную гостиницу на воде. Например, скоростной речной транспорт. Это все тоже нашего производства? Конечно! Мы производим все суда, которые ты видишь. Но многое скрыто от нас под водой. Круто! Это подводная лодка? Это беспилотный роботизированный глубоководный комплекс «Витязь-Д». Он погружался в самую глубокую точку мирового океана, на дно Марианской впадины. Исследование морского дна – задача сложная, но нам она под силу. Совсем экстремальных условиях. Например, это ледокол. Он идет по самым сложным путям, которые не под силу другой техники. Поэтому грузы на него доставляют вертолетами.
тоже нашего производства. Они доставляют еду, вещи и лекарства для экипажа. Да, я читал. Лаборатории по производству лекарств – это тоже часть нашей промышленности. Вот, видишь, ты уже сам все знаешь. Фармацевтическая промышленность. Каждая лаборатория оснащена сложной измерительной техникой. Российские фармакологи создали немало современных препаратов, которые известны и востребованы во всем мире. Из этой обсерватории наши ученые смотрят в небо. А добраться туда нам поможет двигатель ПД-14 нового поколения, установленный на наш новенький самолет МС-21. Мы в космосе? Мы всегда в космосе, но сейчас да. Здесь так много техники. Как на все хватает места? Ты поднял важную тему, ведь мы учитываем не только производство, но и утилизацию техники, чтобы не засорять планету. Программа утилизации придумана для сбора и переработки старой техники во что-то новое. Я даже не ожидал, что у нас столько технологий. Отсюда хорошо видно, что наши разработки используются не только в России, а вообще на всей Земле. Они повсюду. Я уже говорил, что промышленность – это сердце, которое поддерживает весь организм в движении. Вот, теперь ты сам это видишь. Это все так круто. Я теперь тоже хочу научиться создавать что-то такое. Легко. Приходи ко мне в инжиниринговый центр. А можно? Хотя бы понаблюдать за процессом. Конечно. Это первый шаг любого конструктора. Ну как у вас все прошло с дедушкой?